Эй, йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои, все остальные на видео заходящие. Это я, Лалей Лапкрадович. Ну и Шиморо, соответственно, на заднем фоне, значит. И добро пожаловать в GTA 5 RP, ребята, на сервер Ламеса. Значит, мы с тобой продолжаем наши приключения. На прошлой серии у нас были странные ситуации. Вася, значит, мой друг, мой бывший товарищ, пытается достать мои бабки. А и он не хочет успокаиваться. И я решил сегодня прибегнуть к его методу. Во-первых, значит, если вдруг ты хочешь поиграть с нами, ребята, то заходишь на сервер по ссылочке в описании, вводишь промокод Шиморо и получаешь различные плюшки всякие разные. Да, Шиморо, у меня он уже введен, как бы. Получаешь плюшки и играешь вместе с нами. Как говорится, получаешь удовольствие. Значит, я решил прибегнуть к методу Васи. Значит, я хочу поменять полностью персонажа, сменить, соответственно, его внешность, сменить все-все-все-все-все. Для этого у меня есть такие вот возможности. Да, дай-ка я сейчас посмотрю, я вроде бы увидел. Вот, смена имени персонажа и смена внешности. Вот, что мы сделаем. Вы можете поменять внешность. Я могу сейчас купить смену имени, смену внешности. Так, и у меня есть, должно появиться два купона. Предмет у вас в инвентаре. Так, а где они? А где мои предметы в инвентаре? А, подожди. Это, наверное, в инвентаре на магазинном. Да, VIP-статусы, рулетки, стартовые наборы. Сейчас, подожди, разберусь. У меня должны купоны появиться в инвентаре прямо. Но их у меня... А, вот смена имени, смотри, вот он. Вот оно появилось. Смена имени. Я теперь... Вахтанг... Нет. Да. Амрат. Амрат... Нет. Петя. Петя. Петя Мастурбеков. Петя Мастурбеков. Это теперь я. Все, это имя не подходит. Как это? Петр. Петр. Массачусетс. Петр Массачусетс. Как не подходит-то, блядь? Петр Массачусетс. Во! Я Петр Массачусетс теперь. Так, а где еще один купон? Давай разбираться. У меня еще должен быть еще один купон. Подожди, или я не могу этого сделать? А, магазин, смена внешности. Купить. Вот, предмет у вас в инвентаре. Вот, купон, смена внешности. Информация, информация. Используйте у хирурга в больнице. Вот, что мне нужно, ребята. Мы уже находимся в больнице, значит, я здесь резнулся. И теперь хочу, соответственно, использовать купон. Сегодня мы будем... Я и сменю голос, ребята, вы не переживайте. Я и сменю голос. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, где здесь хирург? Насчет хирурга, можете, вот. Пойдемте, сэр. Ну, спасибо. Да, вот, и теперь мы будем разговаривать вот таким голосом, ребята, ебать. Вот, сэр, вот видите человека в углу? Да, спасибо большое, девушка. Так, хорошо. Смена внешности. Согласен. Значит, я буду отыгрывать школьника. Я буду теперь школьник. А, схожесть, цвет кожи. А, подожди. Мне нужно вообще какого-нибудь такого, чтобы Вася меня... Так, ладно. Зачем я сейчас разговариваю так? Чтобы Вася меня не узнал. Значит, я теперь скрываюсь от Васи, потому что он хочет мои бабки. Мы будем работать его методами, значит, и я попробую... Можно даже его найти на самом деле, Васю. Я примерно знаю, где он трется. Мне нужно полностью поменять внешность. Форма лица, длина кончика носа, ширина носа, продуманность носа. Вот так вот, бровей, высота скул, ширина подбородка. Вот вообще, вот такой вот. Не похожи? Не похож. Цвет глаз. Цвет глаз тоже поменяли, особенности внешности. Возраст. Возраст. Вариант 1. Веснушки. Рыженького сделаем. Вот такие вот. Возраст. Подожди. Возраст. Это... Типа... Чем старше, тем больше возраст, правильно? Это мы тип меняем. Вот, вариант 1 будет. О, нормально. Нормально. Мне нравится. Все. Все нормально. Купон. Используем. Опа-на. Так, а теперь мне нужно... Мне нужно сменить как-то вещи, как мне кажется, да? Бля, здесь есть что-нибудь ближайшее? Что здесь есть вообще? Мне нужно сменить шмотки. Бля, ребята, это будет топчик. Это будет топчик. Так, подожди, подожди, подожди. Вот у нас есть магазин одежды. Сейчас сбегаем в магазин одежды. И, соответственно, сменим шмотки.
И еще к барберу нужно будет сходить, сменить прическу и все прочее, насколько я понимаю. Ладно, ребята, сейчас вопросы решу эти. А какая тут стоит и без колес, ребята? Ёлки-матрёлки, вот это классика, вот это я понимаю. Так, ладно, сейчас шмотки купим. Значит, хочу выкинуть. Интересно, я могу продать одежду, которая мне, у меня сейчас на мне? Ну, блядь, маска. Придется вот это вот все дропнуть, как мне кажется. Сначала перекинем сюда. Да, лишимся вот этих вещей. И оденемся, как я не знаю. Я не знаю. Сейчас посмотрим, как мы оденемся. Как будто я только, бля, из школы. Так, выкинуть. Выкинуть. Пускай, ребята, забирайте. Кому надо. Так, значит, верхняя одежда. Верхняя одежда. Мне нужно что-нибудь. Что-нибудь, я не знаю. Нет, джинсовочка, байкерский. С принтами что-нибудь. С рисунками, либо принтами. Наликом покупаем маечку. Организовываем ее. Оп. Все, маечку организовали. Так, дальше что? Сейчас. Что-нибудь с принтами, чтобы отвратительно было. Так, шляпы. Вот такие. Часы, очки, обувь, брюки. Брюки. Шорты нужны. Вот такие. Нормально. Так, сейчас мы это все переоденем. Шорты одели. Шапочку одели, уебанку. Очки вот эти одели. Во, нормально. И теперь мне нужно будет добраться до этого самого. До парикмахера. Значит, так, где у нас парикмахер? Парикмахер где-то здесь. Ладно, сейчас доберемся до парикмахера и, соответственно, будем дальше работать. Ребята, изменение внешности. Так, ребята, ну вот он и барбершоп. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Значит, форма висков. Форма, ну, такую вот причесочку. Форма висков. Я не знаю, пускай будет вот так вот. Брови какие? Мне нужно такого парня, которому будут доверять, понимаешь? С кем можно дружить? Что-нибудь такое. Так, борода, щетина. Борода, бороды не должно быть. Господи, боже мой. А чё, по Васиным методам работаем, ребята. Грудь. Так, подожди. Линзы. Грилз. Нет грилза. Макияж. Что, здесь есть интересное что-то? Нет, это слишком страшно. Не-не-не. Не, не будем макияж. Маникюр. О, господи. Так, вот такой вот у нас парень, да? Нормально, доверчивый? Ты бы доверял такому мальчишке? Ты бы доверял такому? Мне кажется, да. Наличные. Готово. Прически. Наличные. 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 Грилс, макияж. Наличные. Все. Вот он я, ребята. Вот он я, нормально. Давай вызовем такси и отправимся в казино. Значит, нам нужно с тобой вызвать, подожди, авто, этот транспорт, настройка. Подожди, а где у нас приложение такси? Я не так часто такси пользуюсь. Ням-ням-ням. Такси. Такси вызвано, ожидайте. Хорошо. Ждем такси и меняем уже голос. Чтобы, во-первых, нас никто с тобой не узнавал. Ой, нормально. Ваш заказ принят. Машина скоро будет. Хорошо. Ой, нормально. Я уверен, Васька обитает там. Слушай, а у меня же номер Васи сохранился, по идее. Если я сменил имя. У меня есть его номер. Можно пробить звонок просто и молчать в трубку. Играет он или нет? Давай чисто пробьем. Алло. 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 Это служба доставки. Вы пиццу заказывали? Алло. Алло, это служба доставки. Пиццу заказывали? Кто это? Служба доставки. Кто? Какая служба доставки? Бесплатная пицца. Куда вам привезти? Какая нахуй пицца? Ты что, блядь, дебил? Бесплатная пицца. Не звони сюда больше. Бесплатная пицца. Куда привезти? А тут пиццу доставляют, ребят? Бесплатная. Где вы находитесь? Мы привезем вам без... Блять, какой он грубый.
Алло! Где вы находитесь? Бесплатную пиццу привезем. Какая пицца бесплатная? Кто тебе номер дал, дебила кусок? Бесплатная пицца! Блять, как тут заблокировать? Пицца бесплатно! Алло. Бесплатное ты дебил или что, я не пойму? Бесплатное развлечение, бесплатное развлечение. Где вы находитесь? Я сейчас развлеку конченый. Иди нахуй! Не звони сюда больше! Понятно. Понял? Короче, ладно, поедем в казино. Так, почему моя такси не приехала, я не понимаю. Ой, сейчас. Почему моя такси не приехала? Так, подожди. Не, куда ты звонишь? Такси. Вы уже вызвали такси. И где мое такси? И где мое... И сколько я должен ждать, блядь, такси? Бля, может быть, еще раз попробовать пробить, пока ждем. Где мое такси, которое выехало за мной? Здравствуйте, вы не таксуете? Нет, не таксую. Девушка, а за денежку не довезете до казино? Подружку жду. А, ну, не подбросите? Ну, сейчас сам будет подбросить. Спасибо. Здравствуйте. Сколько будет стоить? 250. Хорошо. А чем занимаетесь здесь? Вы не любите разговаривать, да, с незнакомцами? Да, да, мы любим разговаривать. Просто у тебя какой-то очень странный голос. И поэтому он очень-очень подозрительный. Почему странный? Поэтому молчим. Не знаю. Ты как будто на проге разговариваешь какой-то. А сколько вы мне лет дадите? Ну, по голосу, типа, если ты поменял его, ну, лет 17, наверное. Ну, нормально, да? Для 17. Ну, 17. Скатит. Но мне но так я и не надо. Я не знаю, ну, если... Чем ты умеешь? Я хочу наебать друга. Блять, ну у тебя палевно, что это не твой голос, алё. Ну ладно. Чё, ну ладно? Ну и ничего страшного. Палевно, пиздец. Ну палевно и палевно. Да пиздец, ужас. Твой друг перекуп? Мой друг долбоёб. Не осуждаю. Он в казино сейчас, поэтому я пошёл его обманывать. О, можно мы посмотрим, наверное? Ну, хотите, посмотрите. Спасибо. Ой, извини, пожалуйста. Так, а как вам оплатить, девушки? Да не надо, не надо. Вот так вот, можно заболтать и бесплатно. Значит, ездить. Если хотите, я вообще не собирался продавать, но если что хотите, здесь происходит? Я на машину сейчас... О, купил. Привет! Фишка дешевле, чем в кассе! Максимка. Алло, дешевле, да. Давай, давай, за 2610 фишек. Деньги вперёд, молодой. А, вот нет, там. Деньги вперёд не надо. Что значит не надо? Здравствуйте. Продаю фишки дешевле. Здравствуйте, а сколько стоят фишки? $50 одна фишка. $50 одна фишка? Да, в два раза дешевле, чем там в кассе. Ну это же в два раза дешевле, и правда. Ребята, здесь фишки дешевле, чем в кассе! Тут фишки дешевле, чем в кассе! Давай, 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 работай, работай, чё кричи? Какой процент? Процент какой? Давай, кричи! Продаю фишки дешевле, чем в кассе, уважаемые люди, здравствуйте! Продаю фишки дешевле, чем в кассе! Девушки, давай, вы покупаете или что? У нас фишки дешевле, чем в кассе. Мы подсматриваем. Они подсматривают. А я как вы фишки передаете? Молча, как? Обычно! Рук в руки? Ну руки да, давай, руки. Деньги! Деньги, давай, я тебе покажу, как. Балуй, давай, ты это, не трись возле меня! Ну а чё, я помогаю вам. Ну ты помогай, чё ты молчишь, блядь, ходи, говори! Фишки дешевле, чем в кассе! А как вы их передаете? Не важно. Передаю, нормально передаю. А вы хоть что-нибудь продали уже? Конечно. Фишки дешевле, чем в кассе. Ну купите кто-нибудь фишки, пожалуйста. У меня только. Не у него. Да, у него. Конечно, у вас. Вы что, я ж просто здесь. Помогаю вам.
куплю за 40 долларов. Ты не куплю, ты деньги дай уже, блядь! Ты заебал уже! Чё, никто не покупает? Фишки дешевле, чем в кассе! Дальше боятся, думают, обманул. Я никого никогда в жизни не обманывал. Никогда ни одного человека в жизни не обманул. А у меня есть... У меня есть продаю методы... фишки. У меня есть метод. О, как ты их продаешь, я не понимаю их. Ну, всегда... дай мне 5000, я тебе дам 100 фишек, увидишь. Да, просто все, что нужно, это деньги вперед. Давай уже, хоть кто-то вот купит. Вот никаких никакого мошенничества, да? Деньги вперед. Конечно. И фишки дешевле. А! Давай. Это как в банке вклад. Вы почему так грубо разговариваете? Засунем в задницу, все засунете пальцы. Урода кусок. Денег нет, уйди отсюда вон. Пальцы он мне птичит. Мне кажется, мы здесь не заработаем с вами. Может быть, найдем другой метод? Что значит мы с вами, а? Что значит мы с вами? Ну, ебаны, блядь. Давайте сюда, блядь. Чё, дебил, что ли, а? Чё значит мы с вами, а? Ну, вы и я. Мы же команда. Ладно, слушай, идёмся. Лёва, одну фишку за 40 долларов. Я готов вам помочь, я хочу денег заработать. Да иди я нахуй, тоже, блядь, я тоже готов помочь. Да я хочу помочь. Слышь, пиздюк, ты мне звонил? Нет. Звонил мне пиздю, говорит, доставлю. Ты звонил? Нет. А чё голос похож? Не знаю. Это был не я. Ну, я готов вам помочь. Разрешите мне помочь вам. Разрешите мне вам помочь! Ты что надо, я не пойму, тебе доебаться не до кого! Я помочь хочу! Я тоже помогу. Да тебе действуй от меня, ты фишки не берешь, идешь нахуй отсюда! Господи. Ну как-то, как я могу вам помочь? Что ты хочешь? Помочь мне хочешь? Да, я хочу процент, у вас бизнес. Процент, хуен ты хочешь? Процент. Никаких процентов, бесплатно будешь работать первый месяц, понятно? Согласен? Так. Согласен, да, за бесплатно. Все, все, давай. А где ваш автомобиль, поехали. Я помогу вам. Да, мобиль. Фишки без кассы, блядь, дешевле, чем в кассе. Автомат, а вот он. Где? Садись, малой. Сажусь. Господи. Эй, Сталлоне. Ты за руль будешь садиться или что, выйди? Парни, машину надо. С руля выйди! Вышел с руля! Давайте машину бесплатно на час дам, парни, надо? Аренда. Себе оставь, садись, малый лысый! Не, ну бля, вы же бедный, давайте это я этот помогу нах... вам. Тормози, это, блядь, Джейсон Момоа, блядь. Слышь ты, Тимурка, тебя кто-то звал сюда? Вот так вот. Нехуй, ибо нехуй! Я сам его хотел вытолкнуть для вас. Блядь, ты такой писклявый, я не могу, а? И чем ты мне поможешь, а? Ну, я не знаю, как-нибудь заработать фишки можно. Фишки никто не берет, фишки не берут никто. Можно как-нибудь заработать. Я буду вашим напарником. Блядь, ты будешь моим сосальником, если будешь так пиздеть. Да не буду я твоим сосальником вашим. Джейсон Момоа. Иди нахуй, какой Джейсон Момоа, блядь, а? Дебила кусок. Господи. Тупи заебали, а фишки не берут, ничего не берут. Что за день сегодня такой, я а? Я готов вам помочь в любой вашей сфере. Как ты мне поможешь? Денег дай, если хочешь помочь мне. Нет, есть другие варианты. Какие варианты? Можно вложить. Что вложить? В стартап. Кого? В стартап. Кого, блядь? Стартап! Какой нахуй стартап? Ну вы вкладываете деньги и в конце месяца мы их удваиваем. Короче, вклад, ладно, все. Ты это на меня работаешь, не работаешь? Работаю. Честно? Да. Дай тебе руку пожму, а то я не знаю, как тебя зовут даже. Давай. Ну? Меня зовут Пётр. Петя. Пётр Масса. Массачусетс. Мочой будешь просто. В смысле мочой? Почему Петя так грубо? Моча. Петя Массачусетс. Блядь, я не пойму, а чё сегодня за день? У меня чё, мёдом намазано на мне или чё? Фишки хотите дешевле, чем в кассе? Да фишек нет уже, все, эта тема не работает, никто не покупает их, блядь. А надо удалось что-то что-нибудь придумать, заработать? Как наебывать, как-то надо наебывать. Что-нибудь удалось заработать? Да нихуя, никто не покупает фишки, я думаю, нормальная тема, блядь, наебу хоть кого-то, никто не верит. А может быть, вы хотите вложиться в мой стартап?
Ты ж, может, ты хочешь вложиться, блядь, в мой багажник, а? Я тебя утоплю, нахуй! Не хочу, я хочу с вами дружить. Придумай уже, как наебать кого-то, а? Ты наебал когда-то кого-то? Я сейчас пытаюсь... Ой, в смысле... Нет. Надо наебать кого-то, надо денег намутить. Деньги нужны, я все проебал, блядь. Можно вложиться в другой стартап. Какой нахуй стартап? Что это такое вообще, блядь? Вот видите, на голове у меня две баночки. Ну, и чё? Одна с колой, продавать их. Они продаются обе с этой кепкой. Но одна с колой, другая с мочой. Таким образом, мы будем экономить. Блять, я в ахуе, дебил, блять, а? От одного дебила избавился, еще, блять, другого обрел, блять. Почему дебил-то? Это стартап рабочий. Да потому что, блять. Мне нужно я говорю, от одного дебила избавился, блять, другой прилип, нахуй. Какого другого дебила? Неважно, блять. Но он еще пизанутее, чем ты, блять, я уверен. Ну, смотрите, смотрите. 10 миллионов у вас есть? Что у тебя с голосами, не пойму, я готов их удвоить. Да все в порядке. Что у тебя с голосом, дебил? Ну, мне 16. 16? А, так иди это, иди в казино играй. Ну, у меня нет денег, я хочу заработать, я готов помочь вам, я ищу работу. Да нет, слово заработать нужно наебывать, у меня есть много идей, миллионы идей, но нужно их реализовать. Сейчас будем с тобой людей грабить. Бери. Как это людей грабить? Сейчас тебя научу, бери. Хорошо. Взял? Да. Патроны есть у тебя? Нет, откуда? Блядь. Откуда? Держи патроны. Смотри, Петр, если ты вот съебешься хоть, не знаю, хоть на сантиметр от меня, или попробуешь меня наебать, я тебе жизни тут не дам. Ты играть не сможешь, понятно? Я не Петру, я Петр. Да мне похуй, кто ты, Петя. Я Петя. Друзья, зовут патроны меня. Возьми! Патроны вон лежат для кого? Знаешь, сколько они стоят, идиот? Да у меня нет места столько! Че вы ругаетесь так на меня? Что ты, блядь, у тебя сумка вон огромная с собой! Ну... Сейчас, ну я... Баранки гну! Почему ты такой грубый? Уже день плохой. А почему плохой? Уже денег нету! Так мы сделаем их. Как ты их сделаешь, так значит? Мы же грабить сейчас будем. Я буду... Будем. Буду делать то, что вы скажете. Короче, смотри! Ты, я... Или ты связывать умеешь... Ты стяжками пользоваться умеешь, нет? Да. Вон, возьми стяжки. Сейчас будем грабить, похищать. Кого? Думаю, что-то получится. Кого будем похищать? Кого, кто попадется под руку. Давай, едь. Хорошо, кого будем грабить? Вы мне скажите. Да кого хочешь, увидишь кого-то одиночного игрока какого-нибудь, сразу грабим. А может быть, богатых искать? Ну ищи богатых, я что, ебу где они? Ну я не знаю, это ж ваша идея. Блять, ты мне... Почему мне машину разъебать хочешь? Да это не я, они по встречке ездят. Аккуратно, води! Хорошо. Как дебила скажете. Дебила кусок. Я не такой. А какой ты? Я умный. Не, мне кажется, ты мне все-таки звонил. А у вас денег много? У меня нет. А у тебя? У меня нет вообще денег. Я пытаюсь заработать, поэтому пытаюсь ищи, найти ищи, друга, ищи, чтобы... Ищи. Надо как-то придумать. Слышь, Петя, надо придумать, как можно наебать. Может, это... Что? Я чушь можно придумать, а? Какие у вас идеи? Может, сдавать тебя кому-то, а? Как мне сдавать меня кого? Какую аренду? Ну не знаю, тебя пиздить за деньги будут, может. Ты перестаньте, пожалуйста, я так работать не собираюсь. Здоровье важнее. Здоровье. Так ничего, я тебя отпиздят, я тебя с больницы потом буду забирать. А ты за это деньги получать? Будешь? О! И услугу будем продавать, мальчик для битья, давай! Так, все, прекратите, пожалуйста. Давай тогда искать кого-нибудь, ограбим кого-нибудь. Давай, давай, ты смышленый давай, мальчик. Давайте, давайте. Ты что, по-любому целыми днями живешь, должен знать, где кто обитает. Да нет, у меня денег нет, если бы я целыми днями, то у меня бы денег было много. А чем ты занимаешься? Ой, какая вон на Мерседесе смотрю. И номера еще хорошие. Все, идем петь. Какие красивые номера. Слышь, смотри, а? Твоя цель. Выведи а? Его из тачки. Из тачки его выведи. Как? Как, блядь, жопой кряк. Здравствуйте. Здравствуйте. Гражданин. Гражданин, здравствуйте. Здравствуйте. Чё надо? Мы хотели спросить, а почём такая автомашина? Ой, блядь, покупал давно уже. Блядь, 6 лямов настроил. 6 лямов? А? У вас денег много, что ли? Да хуя. У него дохуя денег, слышали? Да. Ну, блядь, давай.
А что давай-то? Я... Постой, постойте, уважаемый, постойте. Да. Мы давайте просим... речи мне без надо маты вести. Короче, мы хотим вас ограбить. Мы хотим вас ограбить. Долбоёб, блядь, нельзя так говорить. Вы же понимаете, что я вас откину нахуй? Давай, дебила, давай, кусок, садись, блядь. Садись, машина, давай, садись, нужна, Леванов, блядь, садись, 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 садись. Господи, какой же ты придурок, а? 6 миллионов! Её нельзя, её продать нельзя, дебил! В смысле? Блядь, я тебе говорю, вытащи его из машины, ты что, не понимаешь, а? А как я его вытащу? Сказал бы, выйдите из машины, тебе что? Да я не знаю, я впервые граблю! 6 миллионов. Вот я говорю, что мой прошлый товарищ был глупее, чем ты, но ты глупее, походу. Да нет, я такой же глупый. Нет, в смысле, я умнее. А посмотри, может, я говорю, человека из машины достань. Чё? Может, как ты багажник откроешь? Это не наша машина, идиот. А что делать? Снимай штаны и бегай, чё делать? Ну, а что вы хотели, чтобы он вышел из машины? Конечно, вышел бы из машины, мы бы его стяжками связали, похитили бы, отвезли куда-нибудь, ствол бы наставили, он бы нам денег дал. Да? А почему вы мне план сразу подожди, не рассказали? Подожди, Петь, 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 дай, 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 дай за руль сяду, дай, я придумал, как зарабатывать. Давай. У вас все в порядке? У вас все хорошо? Я вас не слышу. Ты меня слышишь, малый? Да, сейчас слышу. Смотри, значит, тема такая. Сейчас ты одеваешься... А, ну ты, в принципе, и так как бомж одет. Короче, смотри. Ага. Я тебя сейчас отвезу там, где побольше людей. Понял? Да. И ты начнешь попрошайничать у всех деньги. Ага. Блять! Вот видишь, где наша машина теперь? Я не знаю, где наша машина теперь. Пиздец, блядь, Петя. Вон, машина едет, А, и нет, человек уехал. Ищи машину! Ну как я буду искать машину? Вон байк есть чей-то, но он, мы его не заберем. Где наша машина, Петя? Смотрите, мотоцикл. Закрыт он! Ну понятно, закрыт. Ты понял? Только это, надо оружие, чтобы ты убрал в этот, в себя. Так, сейчас. Хуй ты встал! Я убирал в себя. Поглубже засунь. Почему со мной так разговариваете грубо? Да потому что я тебе говорю, ты придурок. С чего? Я говорю тебе, вытащи его из машины, сделай так, чтобы он вышел из машины. А ты сколько машины стоишь, столько то, блядь. Ну а чё, я растерялся. Я первый раз граблю. Растерялся. Почему вы заставили меня это сделать? Потому что ты на меня работаешь. Почему? Но вы же не платите мне. Ну ты сам еще захотел на меня работать, вот и работай! Ну процентов еще нету. Так я тебе говорю, месяц это просто ты будешь как стажер. Получать ну нихуя ладно. Не будешь. Ладно. Все, давай. Дальше я сам. Хорошо. Молодец, Петь, молодец, хорошо получается. Спасибо. Ну вот смотри, Петя, тогда надо было сказать ему, вы, ну как-то будь хитрым, понимаешь? Хорошо, мы хорошо, но научите меня. Мы как... занимаемся наёбом с тобой, по-другому деньги нельзя заработать, я запомни. Я понял, да. Не наебёшь, не проживёшь, Петечка. Да, я понимаю, да. Хорошо, я буду слушаться вас во всём. Вот блядь, именно, меня, вот надо сразу так делать. Заебало, подошел надо... бы ему, сказал, сэр, помогите ну, давай, там, давай, у меня там что-то давай, случилось. Он бы вышел из машины, мы бы его хряк и всё. Говори, говори. Слышь меня, Петь? Да, я внимаю. Кого? Кого, вас внимаю. Вашим, кого ты вашим речам. Внимаю вашим речам. А, внимай, я думаю, вынимаю. Внимаю. Какой план? А еще, слышь, у меня тут друг бывший есть. Что? Вот его можно как-то... О-о-о! Подожди! А ну-ка, дай я ему позвоню сейчас. Кому? Слышь, Петь! Петя! Да. Петь, ты чё молчишь? Да. Слышь, что говорю? Не надо звонить! Не звоните, зачем? Слышь, мы сейчас узнаем, где он. Где мой друг бывший. И ты к нему как-то, можешь доверие попросишь у него денег. Можно я пописать отойду? Нахуя? Ну, мне надо. Какой пописать? Тут ну я в кусты, вы пока позвоните другу, я пока в кусты. Бля.
Блять, у меня же телефон. А? Пожалуйста. Алло. Алло. Ну и нахуй ты звонишь сюда, блядь. Ты меня не найдешь. Алло. Ты меня не найдешь. Ты меня не найдешь. Стой, стой, лалыл. Слышь. Чего? Где? Че? Ну давай мириться. Че ты заебал? Да не буду я мириться с тобой, нет. Почему? Потому что нахуй ты мне не нужен. Ты пытался у меня бабки забрать. Все, все, все бабки у меня. Нормально все. Ты и так отжал у меня часть. Денег, блядь, да за все, эту автомобиль. Давай я все верну, давай встретимся. Где ты сейчас находишься? Я не буду с тобой встречаться, короче, больше не звони мне. Все. Так, пизду. Второй телефон есть. Я пописал. Давай, садись. Мне не получится, слышь. А что такое? Да он, блядь, говорит нахуй, что типа это. Да я не знаю, мы его не найдем. Может, через копов как-то пробить, где он, а? Да давайте лучше действовать плавно, придерживаться. Слышь, давай копа найдем, который вычислит. Как-то можно же как-то найти, где человек находится у полицейских. Там должно быть в планшетах все. Может быть, но давайте лучше придерживаться нашего плана. Ладно, сейчас план такой. Едем в людное место, и ты начинаешь попрошать. Ну, ты знаешь, ты на жалость дави, типа, я там... Бедный ребенок, у меня нет родителей, ну такой, знаешь, что-нибудь. Ага. Ладно, нет, это перебор, наверное, слышь, да? Блять, ну надо как-то на жалость нужно надавить, там что-то типа, у тебя все украли, там не на что хорошо, жить. Хорошо, как вы скажете? И еще плачь в это время, чтобы они вообще охуели все. Я плакать не буду, но попытаюсь. Слышь, сейчас ты будешь, блять, не только плакать, а еще и танцевать в это время будешь. Там полиция. Будешь плакать. Там полиция. Полиция нам не помеха. Нам бы не спалиться полиции. Вот, смотри, смотри, что ты сказал? Нам бы не спалиться полиции. Откуда ты такую фразу знаешь? А я где-то слышал. Ладно, похуй, пойдем. У блогера какого-то. Хуёгера. Пойдем. Все, смотри, если кто-то будет выебываться, я в стороночке стою. Здравствуйте, гражданин. Вот тут? Здравствуйте. Водитель автомобиля. Кто из вас? Водитель. Я водитель. Ой, извините, пожалуйста, сейчас перепаркую. Извините, сэр. Да, перепаркуйте. Офицер, у вас есть бургер или там что-нибудь? Нет, гражданин. Иди сюда, Петь. Да-да, я уже иду. Хоть ты мне не сказал, что здесь парковаться нельзя! Я не знал об этом. Не знал он. А что это за жмых сидит? Поехали. Куда поехали? Приехали. Слышь ты, говно в маске. Тише, тише, не держи. Все, иди работай, иди. Да, хорошо. Гражданин! Гражданин, здравствуйте! Что происходит? Ты че его трогать, слышишь? Что происходит? Ничего, ничего, ничего. Иди, вон, вон, иди, идем. Куда? Что такое? Что происходит? Да давай, иди, попрошу. Умоляйте, подайте на пропитание. Умоляю, точнее, не умоляйте. Подайте на пропитание маленькому стартаперу в большом городе. Подайте на пропитание, гражданин, пожалуйста. Хоть сколько-нибудь, хоть 10 долларов, хоть 5 долларов, хоть 6 долларов, хоть 7 долларов. Что такое, мальчик? Что случилось у тебя? Подайте, пожалуйста, на пропитание. Давай, дам, давай. Как же не помочь такому мальчику хорошему? Держи, это все, что у меня есть. Я дал последние деньги. Спасибо большое. Вон, надеюсь, тебе те люди помогут. Пойди туда, блядь. Спасибо, спасибо большое, сэр. Подайте, пожалуйста, на пропитание молодому стартаперу как в большом же, городе. Жалко мальчика, жалко его. Подайте, пожалуйста, на пропитание молодому стартаперу в большом городе, пожалуйста. Были бы умы. Что, убил, что ли? Опа! Это что начинается? Извините, прошу прощения. Что происходит? Что происходит? Защищай! Защищай! Да не меня, блядь! Да я его... Петя! Что? Что нахуя такое? Ты меня, блядь, пизданул, долбоёб! Что такое? Я сейчас зачем вылечу вас. Зачем ты меня пиздишь? А, я думал, что это он. Простите. Сука. Вызывай медикал, блядь! Нихуя с тобой дельного не сделаешь, Петя. Вон медики сзади стоят, позови их! Я вас реанимирую сейчас, подождите. Позови медиков, да я сделаю вам искусственный отсос... Ой, дых... Фу, аптечку.
дебил, что ли? Гражданка, здравствуйте. Все, я помог вам. Пожалуйста, возьмите, я помог вам, я же с вами, мы же команда, Петя, забирайте. Петя, ты заебал, все. С тобой нихуя не сделаешь. Так я ж помог, я спас же. Иди вон, вон попроси, вон у тех, вон девочка стоит, иди у него деньги попроси. Здравствуйте, передайте, подайте, пожалуйста, на пропитание молодому стартаперу в большом городе. Спасибо большое. Вот передайте это да. Ваш, спасибо за вашу щедрость. Сколько дала? $50. Ой, блядь, Петя, не, давай, короче, расход, слышишь? Оставь эти $50 себе, ну тебя нахуй. Ну, подождите, давайте, давайте еще какой-нибудь план. Да никакого плана не будет, блядь, ты нахуй какой-то странный. Почему странный? Да потому что. Ну, $50 же. А, оставь себе, блядь, я поехал. Ладно, я обманул вас, там было 500. Сколько было? 500. Давай сюда. Поехали куда-нибудь, я отдам. Давай, садись. Не, поехали куда-нибудь, нелюдное место, я отдам. Ну садись, блядь, вези. Давайте, хорошо. Чё, я сам должен ехать, а если ты? А 500-то хорошо? Хуёво. Хуёво? Ну хоть что-то. Ну я могу ещё, вы же знаете, я могу больше зарабатывать. С 500 подняться можно нормально, но, блядь, ну это надо целый день в казино сидеть, конечно. С 500? Ну да. А вы так пробовали? Я вчера с 1000 поднял где-то 1300, но я проебал сегодня, конечно. А сколько у вас вообще денег-то? Вот если по-честному, мы же уже команда, мы же уже партнеры. Сколько у вас сейчас с собой денег? Ну вот мне просто знать нужно, к чему стремиться. Ну я их коплю сейчас, Петь, я коплю их сейчас. Ну понимаю. Я на эти деньги, ну, не играю. Я вот играю только на это, ну, на какие есть. А эти я храню. Ну у меня 12 миллионов сейчас с собой. Сколько? 12. Сука, все мои бабки у него. Ну эти деньги трогать нельзя! Я тебе их дать не могу, потому что это... Они у вас все в наличности? Они, да. Но я их не трогаю, я на них не играю, ничего. Я их просто откладну. Я на них внимания не обращаю. Они говорят, что есть, что их нету. Ну то есть как бы они чисто у вас вот с собой всегда. Надо передать вам деньги. Ну и как работать-то будем? Чё, как работать? Ну как, не знаю, как-то по-другому надо, блядь, потому что я тебе говорю, иди, дави на шансы, ты подай тебе дому, как-то. Я даже слово такое не знаю, стартаперы вот это вот, блядь. Ну это молодежное такое слово, молодые. Да люди. Ты ебанутый, Петя. Ну, я инвестор. Хуестер ты. Давай 500 баксов. Хорошо. Надо что-то новое придумать. Я не знаю, давай ты хоть что-нибудь предложи, я уже все. Чё за хуйня? Чё за хуйня? Чё ты сделал? Что развяжи меня! Зачем? Развяжи меня, Петя! А сколько там миллионов? Что сколько миллионов? Да развяжи меня, говорю тебе! На Икс нажми еще раз! Ну и чё ты? Не оборачивайся. Узнал? Чё? Чего? Не оборачивайся, узнал, Петь, говорю. Петь, ты здесь? Ты узнал? А? Ты? Я чё по... Петя, по... Я чё по телефону говорю? Не оборачивайся! Не по телефону. Ладно, ты чё, обернись. Ты что, долбоёб, что ли, лалыл? Я не долбоёб, блядь. Ты нахуй этот цирк устроил, смотри, а? Мне в глаза, блядь. Бабки мне сейчас. После того, как стяжки снимут, ты отдаешь мне бабки. Ты моим один... же методом, ты чё, дебил, что ли? Научился, да, брат? Научился, блядь. Точно в твоим же методом. И ты ничего не заподозрил, понимаешь? Борода, ты ничего не заподозрил. Давай бабки. Бабки, я тебя не слышу. Твоя взяла, говорю, хорошо. Медленно. Оружие не брать. Медленно ты достаешь бабки. Стоять! Куда нахуй пошел? Вася! Ты меня хуево слышишь, что ли? Стоять, я сказал! Не слышу, Лалейл, чего? Стоять, блядь! Стоять! Лалейл, меня что-то ведет, какая-то сущность меня ведет! Стоять, блядь. Сущность, блядь! Все! Я сейчас снимаю с тебя давай стяжки. Давай мириться, слышь? Давай померимся. Ты мне бабки, и мы миримся. Мы снова все, друзья. Все, давай. Без давай, договорились? Проблем. Хорошо, да. Наши методы общие работают лучше. Видишь, ни один помощник тебе не сможет так помочь. Давай. Пиздец. Давай бабки. Я мне. Думаю, что за... А еще вот это вот... Нам бы не спалиться в пай. Это ж все твои... Ты бы не это... Да. Сам спалился, да? Да, давай, бабки. Все, давай. Даю, Лалейл.
Ой, у меня свет выключили! Какой нахуй свет у тебя выключили? Вася! 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 Блять! Ты издеваешься, что ли? Охуел! Охуел! Хорошо, блядь. У меня есть еще много времени дождаться тебя на этом месте, блядь. Блядь! Блядь! Сука! Я еще верну свои бабки. Я еще верну свои бабки, ребята! Ставь лайк, если ты хочешь еще. Сука!